На первом этаже гости кинотеатра могут насладиться изумительной атмосферой и великолепной кухней «Твое кафе». Здесь можно попробовать европейские, итальянские и японские блюда. На втором этаже есть зал ожидания, где можно интересно провести время перед началом фильма. Ну и, конечно, самое главное – это сам кинозал. Здесь установлен самый большой экран во всем Восточном Оренбуржье. Причем подобная техника существует не во всех, даже в самых крупных кинотеатрах страны. Помимо всего прочего, в зале установлены современные и самые удобные кресла для любителей кино. Кстати, первый сеанс здесь состоится уже в день открытия. В 21:00 – показ фильма «Росомаха», в 23:15 – «Зажигание». Билеты на эти фильмы можно приобрести в кассе во время церемонии открытия киноцентра. Там же всех посетителей ждет еще масса сюрпризов. Что это будет, организаторы пока держат в секрете. Приходите, будет интересно.